Что такое лето? Лето – это когда солнышко, цветы, травка, когда тепло, когда каникулы, можно отдыхать. Лето – это когда человек отдыхает от всего, ну, от работы, от садика, от школы, ну, от всего. Это когда много грибов, живые растения – это насекомые, радуга. Это цветы, а не живая природа. Это камни, песок, это воздух. Когда зелень цветет, когда у бабушки можно на огород съездить, и когда растут фрукты, овощи, можно поехать отдохнуть куда-нибудь. Лето – это время, мое самое любимое время года. За что ты любишь лето? Потому что оно теплое, каникулы. За то, что оно теплое, дает нам пользу, отдых, наслаждение отдыха. Солнце светит, можно покататься на скутере, можно покататься на водных горках, когда будет открыт аквапарк. Летом можно поехать на море, можно там отдохнуть, сорвать овощи, фрукты, играть, веселиться, отдыхать, съездить куда-нибудь, рыбачить, кататься на лодке, ездить на море. Где ты будешь отдыхать этим летом? Играю в футбол весь день, купаюсь в речке. Загорать. Я этим летом буду отдыхать на Черном море, собирать ракушки и купаться. Еще буду делать там плавать в маске. В лагере, в Гайдаре. Играть с подружками. На даче. Ездить на пруд. Отдыхать от всего. На лежаке. На качелях покачаться. На море. С мамой, с папой. Мы там будем играть в разные игры. Кататься на велосипедах. Деревья.